원숭아치 육치 원워치. Знаете, это бой перед боем, весогонка. Шон настоящий профессионал, он почти в весе. И осталось лишь выгнать воду. Сейчас он в горячей ванне, стопроцентная влажность, чтобы вытянуть воду из тела. После этого он прыгнет под одеяло сауну и продолжит потеть. Думаю, мы уже сегодня будем в весе. Посмотрите, настоящая легенда заботится о нас. Знаете, обычно в горячей ванне ты просто умираешь от жары, тебе ужасно. А Чарльз с термометром выставляет комфортную температуру. Все делает как надо. И после этих слов нам нужно подлить горячей воды. Я прошла пару километров, чтобы купить ему угощение, которое он съест после того, как сделает вес. Посмотрите, какая красота. Вот бедняга. Мы в Сиднее на официальном взвешивании UFC 293, и обстановка накаляется. Поначалу здесь было тихо, но, думаю, пресс-конференция подогрела интерес. Всех приветствуем на официальном взвешивании UFC 293 Адесанья против Стрикланда, и мы начнем с половины коумейн-ивента этого пей-пер-вью, седьмой номер тяжелого дивизиона Александр Драго Волков. 119-300 – официальный вес Александра Волкова. Следующий боец на весах – вторая половина коумейн-ивента в тяжелом дивизионе, шестой номер рейтинга из западного Сиднея – Тай Туиваса. 120-500 – официальный вес Тая Бэм-Бэм Туивасы. Итак, следующий боец на весах, пятый номер среднего дивизиона, который впервые будет биться за титул, Шон Стрикланд. 83-900 – официальный вес Шона Стрикланда. Следите за весом, ребят. Казалось бы, всего один фунт, но гонять капец стрёмно. Итак, следующий боец на весах, джентльмен, вокруг которого был построен этот карт, неоспоримый король среднего дивизиона, последний стайлбендер Израиль Адесанья. 83-800 составил вес Израиля Адесаньи, таким образом титульный поединок в среднем дивизионе на UFC 293 официально в силе. Этот последний фунт, дополнительный фунт, это стрёмно. Было стрёмно его гонять. А так, да, спасибо, ребят. Сделаем это. Нет, у нас нет билетов. Мы приехали сюда, потому что не успели купить билеты. О, может быть, я смогу достать вам билеты. Давай посмотрим. Дайте мне свой контакт. Сейчас я вам перекину. О, здорово. Мне просто дали дополнительные билеты, а одевать их некуда. Мы прилетели в Сидней, чтобы посмотреть бой Адесаньи и Стрикланда. Мы не успели купить два билета, но он очень дружелюбный и просто дал мне один билет. Это невероятно. Боже мой. UFC 293. All right, now to a featured bout in the men's flyweight division, Manel Starboy Cup versus Felipe de Tona dos Santos. .125 the official weight for Felipe de Tona. And his opponent, the number 10 ranked flyweight in the world, Manel. 26 for Manel Cup. All right, with that backdrop, we have arrived at the co-main event in the
division. Ty Bam Bam Tuivasa. Ложим Логану. First heavyweight to the stage, number 7 in the world, Alexander Volkov. 263, the official weight for Alexander Volkov. And his opponent, the number 6 ranked heavyweight in the world, Western Sydney's finest, Ty Bam Bam Tuivasa. 265 and a half, the official weight for Ty Tuivasa. Championship of the world, first fighter to the stage, the challenger and number 5 ranked middleweight contender, Sean Strickland. А, мы без футболок. Окей, сниму. Успокойся, сисястый Изи. Я устрою чертову битву для вас, ребят. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Спасибо вам. Поздравляем с этим титульником. Удачи тебе, Шон Стрикланд, друзья. Израиль Адесанья, твои мысли перед завтрашним вызовом. Я даже не думаю о нем. Все крутится не вокруг меня, а вокруг нас. У меня потрясающая команда. За мной стоят потрясающие страны, культура. Но завтра. Аплодисменты, друзья. Чемпион Израиль Адесанья. Сидней, спасибо, что пришли.